Из интернета с любовью омские блогеры поздравили с наступающим Новым годом маленьких пациентов онкологического диспансера, который проходит курс химиотерапии. Для того, чтобы устроить детям праздник, местные звезды Инстаграма объединили усилия с полицией, Минздравом, общественниками и Центром управления регионом. В итоге к малышам на особых санях с мигалками приехали Дед Мороз со Снегурочкой, а немногим позже появился и символ будущего года – тигр с подарками. После этого малыши развлекали специалист-кинолог и его четвероногий сослуживец, наглядно показавший, что служебная собака – это не только суровый защитник, но и верный друг. Наблюдать за новогодним действом юным пациентам пришлось через окна палат, но это вынужденная мера безопасности. Все-таки из-за особенностей заболеваний и их лечения детский организм сильно ослаблен. Впрочем, как уверяют медики, такая праздничная терапия и доза новогоднего волшебства придаст пациентам сил для борьбы. Они вынуждены встречать Новый год в больнице, оторваны от семьи. Поэтому праздник пришел к нам уже в больницу, это замечательно. Когда приходит праздник в душу, ну, конечно, это влияет на состояние ребенка. Конечно, появляется тяга к жизни, конечно, появляется стремление перенести это лечение тяжелое, которое он получает. С положительными эмоциями все легче происходит. Перед тем, как передать детям презенты, медики тщательно дезинфицировали их ультрафиолетом. Это еще одна мера безопасности. По словам блогеров, в подготовке к акции им очень помогли подписчики. И в их числе не только омичи, но и жители других российских городов. Совместными усилиями всего за пару дней удалось собрать внушительную сумму, которая пошла на приобретение вещей первой необходимости. Предметов гигиены и игрушек для маленьких пациентов, а также небольшого подарка для врачей, которые бьются за их здоровье. В принципе, отклик хороший, и заинтересовались и волонтеры на самом деле, потому что, ну, действительно, к блогерам есть определенное доверие аудитории, и, ну, человек помогает человеку объективно, поэтому все объединились в таких делах.